Привет всем! Привет! Привет! Если мы не знакомы, меня зовут Юля Лысенко, и сейчас мы будем с вами открывать новые тюбики мои, которые я купила. Привет, Америка! Привет, 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 привет! Слушайте, ну у меня был невероятный шопинг только что. Я решила обновить свою косметичку и купила себе много всего нового, интересного. Ну и старенькое тоже не забыла. Например, привет всем! Привет! И, конечно же, я не забыла, потому что есть такие вещи, например, как вот этот вот тональный крем Makeup Forever HD. Я считаю, что это вообще лучший тональный крем. Он просто мега крутой. Связь, да? Как у нас связь? Это связь? Почему вы не пишете? Привет, привет. Смотрите, вот этот тональный крем. Сейчас я буду открывать его. Блин, не грузит. Он стоит где-то 200, где-то так, со скидочной карты получается. Его можно купить в Эльдобате, например, Makeup Forever продается, сеть. Это супер крутой. Покажи себе в зеркале в полный рост. Я поняла, короче, никого не... Крем, все хотят увидеть, как я похудела или не похудела. Ну, окей. Поехали. Я похудела так, как я хочу. Видите, у меня большая попа. Так, господи, ну что ж за... Видите? Вот это похудеет, когда и будет хорошо. Пока нет. Здесь все худенькое. Что я могу сделать, если у меня худое лицо? Курск, привет! Я пытаюсь показать свои тюбики, но мне не ловит телефон. Я не знаю, что делать. Мне плохо ловит телефон в зале. Так, ну да. Значит, тональный крем. Короче, сейчас я все это хозяйство свое переложу туда, где ловит. И возвращайтесь, обязательно буду рассказывать, потому что, например, я в восторге. Смотрите, ребята, это маска, девочки, это маска, понимаете? Вот она и выглядит именно так, гиалуроновая маска. И стоит она приблизительно в районе там 150 рублей, а это очень клевые маски. Понимаете, они какие красивые. Лежишь, такая вся красивая. А чтобы дети посмеялись, Аришка купила себе еще маску вот такую. Смотрите, я буду котиком. Мне кажется, ей понравится очень.